Всем привет! Привет-привет! И добро пожаловать на мой канал. Сходила в магазин. Я вам говорила в предыдущем видео, что мне нужно пойти в магазин, купить всякие чистящие и моющие, и какие-нибудь там емкости для хранения. В общем, сходила. Сходила не одна, сходила с Лилианой. Лилиана, привет! Привет! Всем привет! Давайте поближе ко мне в кадр. Убирайте этого пса. Нет. Не можно, не можно. Вот, мы вместе, вот. Можно так? Да. Мамаш с ребенком. Сегодня не очень жарко, правда? Мы нет, вполне, прогулялись, да, прям, хорошо, это... комфортно, комфортно. Ну, все равно мы немножко поджарились, поэтому мы пришли и пили латте. Да. Латте, холодненький. Холодненький. Да, вкусненько. Мы сейчас покажем, кстати, как это выглядит, эти пакетики. И вообще, наверное, сейчас покажем распаковку, чего мы купили. Ну, чистящий, да. Моющий. И я еще купила салатник. Я вот вам не рассказывала, но у меня был такой стеклянный большой салатник, очень удобный, и он у меня разбился. Ну, даже не то, что разбился. Привет! Он у меня это лопнул. Трещина прям пошла. И отвалился от него, и кусочек отвалился. Еще пришлось его выкинуть. Вот. Что это у нас было за звуки такие? Это сверху, видимо, что-то роняет. Там продолжается ремонт. А, да, у нас там ремонт же. Вот. Поэтому... Отвертку уронил. Мастер. Мастер уронил отвертку так, что услышали все нижние этажи. Вот. И я купил другой. Сейчас я вам уже покажу. Два мы купили. Мы с Лилианой долго выбирали. Такой. В общем, решили купить два. Сейчас мы вам все покажем. Вообще покажу все покупки. Я люблю ходить в магазин. Люблю это... Шопинг есть, а есть зыринг. Зыринг, да. Но мы сегодня на шопинг. Ну, у нас был сегодня шопинг, потому что я потратила почти 500 лир. О-о-о. 470 лир я потратила, да. Ну, мы вон сколько всего с вами купили. Ну, это сейчас... ударно, но это надолго. Ну, да, это такое все приобретения, это не то, что сейчас сел и съел, а это вот как бы доиграешь, потому что, долгоиграешь, потому что продукты почти не покупали. Из продуктов купили воды минеральной, упаковку, йогурт. И молоко, и вот латте. И латте все, да. Вроде как. А все остальное, все по хозяйству. Ну, все, уже много говорили. А два цветка. Два цветка. Два цветка. Мы купили два суккулента. Покажем, куда мы их посадим, и где они будут расти, и место им покажем. Так, ну давайте уже, хватит уже болтать, давайте уже показывать. Давайте. Так, ну что, вот продуктовая корзина. Я купила йогурт. 2 килограмма. Не знаю, может быть, так съем, может быть, творожок сделаю. Просто творожок у меня еще есть. Вот обычная минеральная вода. Пить сейчас мы ее в холодильничек поставим. Молоко. Это гималайская соль. Она сейчас была по скидке. Обычно 17 лир там в ценник стоит. 17,5. 9,5. Или 9,95. А, 9,95. Вот. В хозяйстве вот вещь нужная. Ну и вот. Вот такие вот латте. И еще вот купили на пробу милкшейк. Это шоколадный и с клубникой. Я такие не покупала. Не знаю, ничего не могу сказать. Может быть, девочки, кто-то покупал, расскажите. Но мы вот пока не пробовали. Попробуем, расскажу. Так, это все из продуктов. И теперь то, что по хозяйству покажу. Так, вот купили два таких... суккулента. Нам очень понравилась форма их листочков. И этот уже с детками. И вот у меня был такой горшочек, я его покупала когда-то. Вот мы хотим посадить вот так вот сюда. Вот, вот так вот. И сейчас я вам покажу место, где это будет стоять. И вот тут у меня есть местечко для, как раз для этого горшочка. То есть вот тут вот так вот будет. А тут цветочек, смотрите, весь оклемался, ему прям тут хорошо, я его брызгаю, чтобы он... Вон, смотрите, это новый лист, его не было. Но надо уже это, тянется, надо его уже прищелкивать выше, видите, весь развернулся туда, в ту сторону, к окну. Ну и вот генерал тоже хорошо. И вот теперь про салатники. Вот такой вот я
такую форму купила. Но это не обязательно может быть салатником, это удобная форма для запекания. У меня есть такая, но она высокая, очень высокая, и с такими загнутыми краями в виде ладьи. Ну, не знаю, и запекать не буду, и салатик может быть. Ну, самый главный салатник, который я купила, это вот такая вот, смотрите, такой большой, высокий, объемный. И самое, что в нем ценное, к нему есть крышечка. Это ж вот просто прелесть. Крышечкой закрыл, в холодильник поставил остатки салата. Особенно удобно под оливьеху. Прям вот красота. Так, что я еще купила? Еще я купила два вот таких вот стаканчика. Один я уже покупала, вам показывала. Сейчас, где он у меня? Вот я покупала такой для кисточек, вот для всякого такого, для своего, вот, для своего творчества. Купила еще два. Ну, буду их использовать тоже под водички налить для кисточек или еще что-то такое. В общем, чисто технически у меня будут использоваться эти стаканчики. Так, что еще я купила? Что еще? Вот освежитель. Ваниль, наверное. Или жасмин. Жасмин. Ясмин написано. Вот. И губки будем ими тереть. И вот такие вот корзиночки. Хочу в шкафу в кухонном порядок навести и использовать это как емкости для каких-нибудь круп. В общем, чтобы это не мешалось. Так, и что я купила из чистящих? Вот купила два таких больших пузырька. У меня, я таким пользуюсь, у меня вот есть вот такой вот для плиты. Идеально отмывает жир очень быстро, без всяких напрягов. А это вот для раковины, а это вот от налета известкового. А? Да, от водного камня. Этим я пробовала, пользуюсь, мне очень нравится, а этим буду пользоваться впервые. Потом вам расскажу, как это мне понравилось или нет. И купили с Лилианой вот такой вот тазик. Он складывается, что меня очень радует, потому что вот такие большие емкости, вот куда их ставить, где их хранить. А так, Лилиан, помогите мне его, пожалуйста, сложить. А так вот его раз, опс. Очень даже компактно. И вот такая вот компактная вещь получилась. И можно ее повесить или куда-то поставить. Там вот у меня, кстати, есть место за раковиной. Вот. И при необходимости можно доставать. У них есть еще такие ведра. Да. Я видела. И детские ванночки. И детские ванночки. Я видела такое ведро, я хотела купить, но оно было небольшое. Вот, ну, вот, вот такого вот высоты, не знаю, литров на 5 всего лишь. Но оно прям крохотное. А эту вот можно использовать, белье с нее собирать, вытаскивать из стиралки или там сухое. Не нужно, раз сложил, и вот и все в порядке. 34 литра. 34 литра. Да, ну, на этикетке было написано. Вот это надо отдирать, это пока оно. Вот такие у нас покупки. Итак, воспользовалась вот этой вот жидкостью для душа. Видите, баню написано. Изумительная. Вообще, этот камень белый, известковый, убирает на раз. Вообще, у меня теперь все заблестело там в душе. Буду теперь приступать к другой. Испробуем другую такую же бутылочку. А вот этот вот пузырек, который, вот видите, тут раковина нарисована. Ну, написано мудфак, то есть это для кухни. И вот ей изумительно отмылась микроволновка от всяких жировых пятен. Вот очень рекомендую, девочки, кто здесь, кому это пригодится. Вот этот мудфак, это для кухни. Мудфак это по-турецки кухня. А вторая была баню, это для душа. Ну что, целый день сегодня был посвящен уборке. Разбирались шкафы. Все, наводился порядок на кухне. Вот так вот. И у меня освободилось в этом шкафу очень много места. Видите, шкаф полупустой. И знаете почему? Потому что у меня появился... Та-дам! Стол! Ура! У меня теперь есть стол.
я в него сложила всю посуду. Сковородки, кастрюльки, крышки. И здесь у меня появилась новая поверхность рабочая. Куплю сюда пленку такую специальную. И будет у меня красота. А это у меня стоит квасок. Вот он там гуляет. Завтра будем пить уже свежий квас. Вот такие у меня преображения на моей кухне. Как я вам и обещала, я вам все показала. Как вам? Жекину нравится. Жек, тебе нравится? Вот сразу стала кухня у меня побольше. А я наварила собакам гречечку. У них сегодня гречка с печенками, с сердечками. Я жду гостей. Ко мне придет Жан с Лилианой. Там курочка запеклась с картошечкой и с кабачком. Сейчас мы будем вкусненько ужинать. Вот такие у меня преображения на кухне. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Увидимся все в следующем видео. И всем пока-пока.